Плануємо меню, закуповуємо продукти та втілюємо кулінарні фантазії. Новорічні свята традиційно супроводжуються застіллями, багато висококалорійної, жирної та гострої їжі, солодощів і алкоголю. Все це так чи інакше впливає на наше самопочуття після свят. Сьогодні в програмі «Поскриптум» з'ясуємо, як відсвяткувати без шкоди для здоров'я. В студії Тетяна Писарєва. Вітаю вас! Розмірковувати над святковим меню будемо разом із дієтологом Надією Василевською. Вітаю! Пані Надія, яких правил потрібно дотримуватись, коли складають господині святкове меню? Давайте почнемо з того, що наступаючий рік – це рік криси. А криса – существо прожорливе. Но не любит крепких алкогольных напитков. Давайте не будем уподобляться и попробуем сделать так, чтобы и отметить весело, и без шкоды для здоровья. Я предлагаю все-таки фуршетное меню. Так. Если, это канапе, это какие-то, может быть, легкие салаты, овощная нарезка, может быть, легкая мясная нарезка. Десерты рекомендую на утро перенести. Если все-таки вы хотите отпраздновать с использованием традиционного меню, то предпочтение следует, конечно, отдавать не больше, чем двум основным блюдам. Это может быть мясо или рыба. Что однозначно нужно исключить из рациона, это из новогоднего меню, это обязательно картофель, это макароны, крупяные изделия. Как я уже сказала, это десерты с кремом, пирожные, торты. Сладкие газированные напитки – это однозначно табу. А чем заменить можно сладкие газированные напои? Это может быть компоты, морсы детям. А вообще, может, лимонады какие-то домашние? Лимонады, если вы кажете, если вы говорите о магазине, нет. А домашнего выготовления? Так, дома можно. Домашние, да. Крепкие алкогольные напитки. Наверное, мы более подробно остановимся на этой теме. Так. Вот так. Скажіть, будь ласка, чи можна замінити жирні соуси? От, наприклад, майонез. Домашній майонез чи магазини? Чи потрібні вони взагалі? Але якщо люди не можуть від них відмовитись, від таких салатів? Традиція. Вона сильніє нас. Куди ж без олів'є і сельодки під шубою? Давайте вспомнимо о том, що олів'є, традиційний, вернее, настоящий рецепт олів'є, все-таки включав в себе немножко другі інгредієнти. Це рябчики, це ракові шейки, каперси, трюфели, икра в некоторых рецептах. Я не предлагаю точно следовать древней рецептуре, но изменить традиционный привычный рецепт можно, заменив, например, колбасу мясом курицы или, может быть, даже язык. Уменьшить количество картофеля. В традиционном рецепте картофель был, но даже если мы уберем из этого рецепта картошку, он не так станет цікавіше. Даже интереснее, вы правы. И майонез, можно либо разбавить пополам с йогуртом, может быть, со сметаной. Но в любом случае добавлять этого соуса стоит немного. Не так, чтобы плавало все. Только для того, чтобы скрепить ингредиенты. Тогда, я думаю, что калорийность блюда можно будет значительно снизить. Если мы говорим о селедке под шубой, та же самая рекомендация. Чуть меньше картофеля, а может быть, вообще отказаться, и меньше майонеза. А що стосовно тих блюд традиційних, якщо перебрати їх, які найшкідливіші? Олів'є, голубці, холодець, соліні – це все в нас водночас на столі? Давайте я так, я почну немножко з другої сторони. Для того, чтобы понимать, вредно ли или не вредно, что же нам можно есть. Так. Если мы будем говорить о циркадных ритмах, мы, люди, подвержены определенным ритмичным колебаниям, состоянием нашего организма. Если за окном светло, то обмен веществ у нас достаточно активен. Если темно, пришла ночь, то и обменные процессы у нас тоже затихают. И, естественно, ночь — это не тот период времени, когда организм настроен на усвоение каких бы то ни было продуктов. Если мы будем говорить о калорийности, или же я бы все-таки сделала акцент, наверное, все-таки на содержании углеводов. Дело в том, что сейчас многие диетологи отходят от понятия калорийность. Акцент делают все-таки на
гликемическом индексе или на инсулиновом индексе. Смысл в том, что углеводы, которые содержатся в тех или иных продуктах, могут, насколько они могут повышать уровень глюкозы в крови и инсулина. Вот инсулин как раз тот гормон, который принимает активное участие в наших обменных процессах. И вот уровень этого инсулина ночью, он низкий. Поэтому те продукты, а подавляющее большинство продуктов, которые мы будем употреблять в новогоднюю ночь, они богаты углеводами. Вот эти углеводы, они практически все в условиях вот особенностей выработки инсулина, они практически все превратятся в жир. Поэтому, если мы рассматриваем холодец, это калорийное блюдо, это тяжелое блюдо, и наша ферментная система, да, ей будет трудно ночью это усвоить. Если же мы говорим обо всех остальных, те же голубцы, как правило, там есть рис, есть углеводы. Если мы говорим о салатах, ну, опять же, картошка и майонез — это тоже продукт, который содержит углеводы. Поэтому, во-первых, умеренность, во-вторых, я бы сделала акцент на все-таки овощи. Давайте отдадим предпочтение овощам. Это может быть овощная нарезка, это могут быть какие-то овощные салаты. Это все-таки будут мясо, нежирное мясо. Ну, пусть будут и салаты. Если нет возможности совсем отказаться от десерта, ну, пусть это будут фрукты, но в умеренном количестве. Вот я бы так. И что бы я хотела еще сказать. Очень многие девушки, мы все стремимся выглядеть в новогоднюю ночь очень красиво. И очень многие стремятся за неделю, особенно там за две, за три, сесть на жесткую диету. Причем чем жестче диета, тем мы ожидаем большего результата. И даже если получается все-таки этот результат добиться, мы худеем, то есть шанс переесть, когда мы садимся святкову за новогоднюю ночь, стол. Вся зипсуваты. Да, и зипсуваты, и может быть даже больше набрать, чем мы потратили. Поэтому никаких жестких диет. 31 декабря я настоятельно рекомендую завтрак и обед. Это должен быть обычный традиционный день, и вы должны кушать. Если уже мы говорим о гормонах, то в утренние часы вырабатывается такой гормон, как грелин. Вот это гормон, который повышает наш аппетит. Если мы не позавтракаем в течение дня, контролировать аппетит будет трудно. Особенно будет трудно контролировать наш голод ночью, когда вот есть такое изобилие и много соблазна. За підрахунком експертів, святкове частування без надмірностей на 8 осіб цьогоріч обійдеться приблизно в 3,5 тисячі гривень. У меню за ці кошти входять традиційні новорічні страви. За делікатеси доведеться доплатити не менше 500 гривень. Ціни на м'ясо за рік не сильно змінилися. Наприклад, за качку чи гуся в середньому правлять 250-400 гривень за тушку. Найдешевший варіант – курятина. Вона навряд чи перевищить 80 гривень за кіло. Пляшка шампанського українського виробництва торік коштувала на 5-10 гривень менше нинішніх цін. Напої італійських виробників подорожчали в середньому на 40 гривень за пляшку. Майже не змінилася вартість фруктів. Іспанські, турецькі, мандарини коштують 22-28 гривень за кілограм, апельсини – 40-45. А ось солодощі обійдуться цьогоріч суттєво дорожче. Наприклад, ціни на торти відомого українського виробника підскочили більш ніж на 100 гривень. Пані Надія, як гадаєте, якщо харчуватись правильно, це дорожче, ніж так, як ми звикли? Провокационный вопрос. Я думаю, если учесть то количество медикаментов, которые мы будем тратить на восстановление здоровья, то я думаю, что дешевле. Безусловно, натуральные продукты будут стоить дороже. Безусловно. Но это еще проста їжа, вона теж простая пища, та же курица, риба, которую мы можем выловить, каши, пожалуйста, овощи, которые вы вырастили у себя вот на даче, на грядках. Да, безусловно, есть возможность питаться здоровой пищей, не затрачивая особых усилий. Щодо алкогольних напоїв, які ваші поради? Скажу сразу, что чем крепче алкоголь, тем он более калорийный, так называемые пустые калории. Если мы будем говорить о ликерах, то в 100 граммах где-то порядка 350 калорий. Если говорим о таких крепких напитках, как водка, коньяк,
бренде где-то порядка 250. Если мы говорим о вермуте, мартини, сладкий 170, сухой 120, но хочу сразу предупредить, что такие напитки, как правило, в большинстве случаев используются в составе коктейлей, куда добавляют сладкие газированные напитки, может быть, соки, или сочетают с другими алкогольными, крепкими алкогольными напитками. Соответственно, калорийность такого коктейля будет значительно больше, может быть, и до 500 калорий. Плюс учтите, что крепкие алкогольные напитки все-таки стимулируют аппетит, и есть шанс, что будем переедать. Традиционное шампанское в новогоднюю ночь не возбраняется, я предлагаю сухое, брют. Особенно я хочу сделать акцент для пациентов, для людей с сахарным диабетом. Mm-hmm. Все-таки вот здесь можно соблюсти традицию, поддержать и, ну, и без вреда для здоровья. Наименее калорийным является сухое вино. Красное или белое не имеет значения. 60-80 в 100 граммах. А что краще, підвищувати чи знижати градус? Не повышать, не снижать. Мы выбираем один напиток и один напиток употребляем в течение дня. Не нужно смешивать и не нужно. Ну вот сухое вино, на мой взгляд, оптимальный вариант. Или же, если вы отдаете предпочтение крепким алкогольным напиткам, ну, 100 грамм коньяк или водки. Особенно хочу сказать... И обмежено, звісно. 100 грамм, да, естественно, обмежено. Хочу акцент сделать для людей с сахарным диабетом. Дело в том, что алкоголь потенцирует, усиливает эффект сахароснижающих препаратов, как таблеток, так и инсулина. И если перебрать, если увеличить дозу, то можно очень резко снизить уровень сахара в крови. И получается так, что человек лежит без сознания, от него пахнет алкоголем, все думают, что это алкогольное опьянение, а на самом деле ему нужна помощь, потому что очень резко снизился сахар. Пожалуйста, будьте внимательны, это важно. А что краще, алкоголь заедать или запивать, как его? Ну, на мой взгляд, алкоголь все-таки это продукт, который должен быть самостоятельным. Но, наверное, да, закуска небольшая должна быть. Ну, запивать, наверное, нет. Вообще запивать еду не нужно. Мы пьем воду либо перед едой за 15 минут, либо вот где-то через 2 часа. Ну и еще один момент. Мы часто путаем чувство голода и жажду. Поэтому, mm-hmm. когда нам хочется есть, лучше выпить воду. Тобто, якщо протягом ночі пити більше води, буде якось краще потім зранку. Да. І що дуже важливо, на мій взгляд, чередовать застолье с активными какими-то вот активным времяпрепровождением. Это могут быть танцы, это может быть активные игры. Я знаю, что во многих районах города устанавливают елки, можно пойти принять участие в массовых гуляниях. Активно работающие мышцы поглощают активно глюкозу, и те углеводы, которые будут поступать, они пойдут на работу мышц, но не будут превращаться в жир. Предупредим. Отже, висновок можно відсвяткувати и правильно харчуватися в цей час. Тобто, можна. І соблюсти таких... традиції. Так. Ми зберігаємо традиції, ми відмовляємося від стереотипів. Олів'є змінюємо. Змінюємо, так. Переходимо на фуршет. Так. Дякую вам за корисні поради. Про святкове меню розмовляли з дієтологом Надією Веселовською. До зустрічі. До зустрічі. Перш ніж перейти до другої частини нашої програми, пропоную дізнатися, чим же планують частувати себе та рідних у свята маріупольці. Обов'язково морепродукти, яка-то курочка з картошечкою, грибочки. Курицю, шашлык. Оливье – это обязательно, а к нему, конечно, пару салатов. Я все люблю. Праздник, он на то и есть, для того, чтобы немножко себя разбаловать. Салат холодное, потом голубцы делаю, еще что-нибудь там из рыбы. Если что, останется на следующий день. Да нет, побольше поесть то, что это было раньше, что побольше поесть, сейчас нет. Мне кажется, на новогодний стол лучше всего немножечко себя порадовать чем-то вкусным и более-менее дорогим. Праздник – это сесть вместе с семьей и вспомнить моменты, которые произошли за год. Як зберегти здоров'я під час святкувань, говоритимемо з гастроентерологом Віктором Дейкуном. Вітаю вас. Добрий вечір.
Новорічні під час святкових вихідних режим дня більшості українців змінюється. Пізній сніданок, вечеря вночі. Як це може позначитися на здоров'ї людини? Ну, в Україні є перевод часов. Да? Чоловік, який має склонність к змінению погодних условий, в переміні временних даних, то появляется в него то давление, то сердечные какие дела. Такие же самые ощущения и возникают и в пищеварительном тракте. Если человек привык кушать 7 часов, а тут надо будет кушать 8 часов или попозже в это, то изменяется, потому что доведено этим ученым, что на определенное питание, частоту питания влияет выработка в течение своей жизни. То есть это, если привык кушать в одно, к этому времени подготавливается желудочно-кишечный тракт. Начинает вырабатывать кислотность, начинает готовиться печенка для обеззараживания и поджелудочная, которая может выйти. Поэтому вот эти изменения, они все-таки не, неприятные для человека. Они, может, не проявляются в той степени, сильно, заметно. Но, как говорят, курочка по зернышку, и появляются вот такие мелкие нарушения. Неудовлетворенность того, что скушал, вздутие живота, неприятные ощущения. Так, якщо себе не обмежувати під час святкувань, які наслідки? Ну, обязательно надо особенно касается тех пациентов, больных, которые имеют хронические заболевания желудочно-кишечного тракта. Так я рекомендую перед праздником за 3-4 дня, если это язвенная болезнь или ГЕРБ, это гастроэзофагальная рефлюксная болезнь, болезнь кислого содержимого пищевод, попринимать хотя бы какую-то дозу ИПП, ингибитора пептонной помпы, например, АМС, нольпаза, контралог, ульцистам, они способствуют тому, что снижают кислотность. Во время питания, то есть во время употребления значительного количества пищи, не выдерживает поджелудочная железа. Вы же поймите, что на каждую принятую молекулу питания должны выработаться ферменты. Так. Должны обезвредиться они, это чаще всего это за счет печени. Они просто не успевают того количества пищи, которая употребляется, и она получается недокисленные продукты, которые всасываются через печень, то есть все взаимосвязано. Страдает желудок, страдает поджелудочная железа и страдает печенка. Ну и загострюются хронические захворювания. И у нас доказано, что чаще всего как раз после свят появляются эти хвори, ага, с загострением. После свят люди до вас идут больше? Ну, они сразу это бывают, потому что хвороба хроничная, она протекает чуть позднее. Загострення вже дає про себе знати, так? А як полегшити стан людини, якщо вже переїла людина? Ті, хто у зоні ризику, вони, мабуть, що знають, як потрібно себе вести під час застілля, так? Якщо людина переїла? Якщо переїла, що вже робити? Значить, потрібно убирати ті продукти, вони не докислені, вони не переварюються, не перетравлюються в кишковику. Тобто святкувати вже не треба цій людині? Дійсно, не треба вже праздновати і употребляти ті напитки, які способствують виведенню із організму.
Иногда, может, достаточно слабительного. А напои, что это за напои, вы кажете? Це якісь... Напої? Ну, соки, вода і... Рідини. Більше рідини, води потрібно пити для чого? Більше, так? Якщо вивести оці недокислі продукти із кишковика, то вони не будуть всасуватися. А під час похмілля що робити, щоб облегшити стан людини? То же саме. Так, води? Води. Чи є якісь пігулки? Почему рассол помогает? Да, допомагає рассол? Як ви до цього відноситесь? Во-первых, это действует он как стимулирующим фактором. Это солевой раствор. Так, він затримує ще більше. Випиваєте, після нього ви випиваєте вода, тому що сушить во рту і соль. І тоді чоловік може освободиться від лишніх продуктів. Понимаете, на каждую молекулу продукта выделяется определенное количество так. ферментов. И для того, чтобы переработалось из того, что выделилось, его надо остальное убрать. Если заздалегідь выпить сорбент, например, это будет какой-то эффект? Сорбент нужно пить после. Ага. Он действует на... недоокисленные продукты. Так. Вы когда вот выпьете до этого, вы ж будет в желудке, в кишечнике, еще свежая пища. То есть не будет ни на кого действовать. А вот когда зранку, недоокислено, тобто, да, коли тогда можно пить, можно попить утром и в течение дня. Чаи, соки не кислые такие, нейтральные, морковные, березовые. Можно выпить кофе, то, что разрешается на сегодняшний день, разрешается 1-2 чашечки кофе с молоком. Зрозуміло. Новорічне застілля з'їдає 50% місячного бюджету українців. Це набагато більше, ніж у жителів Європи. Цікаві факти дивіться в постійній рубриці «Як у них». Європейці на свята проїдають понад 200-300 євро на сім'ю. Але це менше десятої частини щомісячного доходу. Наприклад, бельгійці у середньому отримують 4 тисячі євро. На різдвяний стіл подають як делікатеси, фуагра чи помідори, фаршировані креветками, яйцями, так і традиційну індичку. А в Україні у середньому під час зимових канікул витрачають на частування майже 50% від середньої зарплати Україні. Отже, як після свят привести організм до ладу? Які ваші поради? Необхідно, во-первых, ограничити об'єм об'єм питання. Так. Тобто, щоб хватило тих веществ, ферментів і цих кислоти для того, щоб переработати вот эту пищу. Иногда рекомендуют, потому что едят очень много мяса, а мясо является, тормозит кишечные испражнения. Поэтому можно дать даже слабительное, для того, чтобы убрать вот этот, если уж случилось такое, понимаете? Диетичное меню потрібно якось знизити? Ну, для тех, кто болеет, конечно, вот говорила в предыдущем, что майонез, майонез. А можно взять, допустим, салат виноград, пекинская капуста и курица со сметаной. Это очень, так сказать, простимулирует несколько. Взагалі, українці дослухаються до порад лікарів? Чи кажемо, а потім все ж таки їдуть в лікарні з загостренням? Ну, як на вашу думку, є тенденція на покращення цього питання? Ну, тенденція до того, що менше зараз готовлять, то це зв'язано не з самим тим, що жалко. Якщо враховувати, як до вас звертаються пацієнти? Великі ціни на продукти. І я б порекомендував би готувати, допустимо, на сім'ю, на один день, а уже більш такі продукти, які калорійні, просто їх ограничить. Так. І второй вопрос – це обов'язково контрастний душ.
принимать. Почему? Потому что усиливается этот, действие на кожу. Кожа рефлекторно, то сокращается, то этот, усиливаются процессы. И прогулки. Прогулки в ночное время, когда Новый год, и в течение первого-второго числа, если не работает. Тобто... Вы же понимаете, что количество человека поправляется тогда, так, когда поступление энергии в него становится больше, чем ее расход. Вы же понимаете, в Бухенвальде там не было этих полных людей. Поэтому тут зависит от того, как вы сопоставите свои расходы. Сидеть всю ночь за столом не потрібно. Не можно навіть. Не можно, навпаки, потрібно пройтися, погуляти, повеселити, сніжки, якщо сніг є, сходити на красиву ялинку в нашому центрі, полюбуватися, яким місто стало зараз. Дякую вам за цікаву розмову про те, як відсвяткувати новорічні свята без шкоди для здоров'я, питали в гастроентеролога Віктора Дейкуна. Бажаю вам здоров'я. До побачення. Про інші важливі питання, що стосуються кожного, говоритимемо наступної передачі. Чекаємо на ваші пропозиції щодо тем майбутніх програм на нашій сторінці у Фейсбуці. Зустрінемось, як завжди, на телеканалі Донбасу по скриптумі. До зустрічі в ефірі.